Думаешь? А, ну, да. А Марс, а Марс на Землю хочу. Пациенты дали патроны. Хадж Захар. Я, как всегда, дефолт. Объяснил, да? Так, а что у нас по хачью? О, Гибсон Конь, у вас... Я сбился счета, короче. Ой, падает на этот, на красный дом, на ваш один. Да, их много, да. Есть, да, у вас, короче, один enemy. One enemy is left. Смотри, на второй этаж. О, идеально, скорел, блядь. И аптечка. И сайга. Хуя, мы что, все вместе упали? Ебать, я ж охуел. Дисы? Типа там. Шо ты нахуй какой-то шиш? Убил. Типок. Умер. Нет. Бежал. Убил. Все, теперь умер. Он сразу умер? Угу. Значит, долбоёб. Хуя он там, блядь. Провоевал против склада. Ага. Так, стоит ничего. Че, дальше пошли? Воин, блядь. Привет. Тут, Матвей, есть люди. Не, мне пятерки нужны. С крыши стрелять-то не будет, или то он так будет? Так это он и был. С крыши. Чья-то крыша была. Чья-то крыса была? Да, чья-то крыса была. Вторая бронька есть тут, если ну что. Давай, 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 давай. АКМ. Хуйня. Дайте мне, пожалуйста, пятерок. АКМ, чё, это... Да. А патроны-то взяли, не? Какого патрона? Да не, не сильно. Ладно, я пойду. Ой, СКЕС! Патрон на что? Там патронов не было. Какие патроны? Патроны, что патроны в метрах? Да, я думаю, у кого-то бомбанет и будут. Никогда ничего не бомбить не надо, смес. Не, вопрос просто, будем мы в ДБД играть? Бамбалею. А, вот если бомбанет, то мы в ДБД. Я в ДБД и так хочу поиграть почему-то. Видишь как? Такое, блядь, я хочу поубивать. А поумирать-то не хочешь? Ну, блядь, такой эгоист вообще, как с этим типом можно играть вообще? Блядь, нравится мне, если мне, блядь, соло катать нам за маньяка, что я тебе поделаю? Сори, блядь. Как еще больше удовольствия получаю, больше, чем это сейчас. Дайте мне пятерок, ебаный в рот, пиздец, у меня 10 патронов на него. Во-во, в общем количестве, блядь. Как я сейчас сейчас? Ай, ладно, смотрите, чё. Опа-па-па-па-па. Ебать, Руса, позовите меня. Всё, Саш, чё смеешься? Значит, 10 патронов, возмущенный такой. Так пиздец, как, блядь, стрелять-то? Прикладом, Матвей, ё-моё. Тут были, ребята. Где? Тут? Тут, да. Блядь, я скажу, либо наш. Дайте мне пятерок, сейчас УЗИшку брать, что ли, ё. Пиздец. Как у вас там, бля? Пацаны, ебать, ебашутся, нахуй, вообще, походу, блядь. Тут сковорода есть, кому надо сковорода, бейте сковороды. Да какой-то топ-лут. Ууу, чё нашёл? Чё, мне показалось, что тут кто-то у нас, Матвей, есть. Вообще, коллаж берут. Матвей, да. Был на крыше сейчас только что? Да. Ребят, могу отдать, короче, этот, скорел. Патронами, блядь. Давай, давай. Кто придёт ко мне, короче. Я просто заберу коллаж. Да иди нахуй, ты в ебенях, пиздец. Где я в ебенях? Ну там в ебенях вот. Здесь деревня, я покажу, где вот здесь ебеня. Есть только деревня. Угу. Я верю тебе. Дайте мне бронежилет. Да пиздец, у меня ничего нету. Я нищий, блядь. Че, никого не нужен скарл с патронами? Ну, хоть. Далеко в пизду. Да я возьму, сейчас. Давай, давай. Ёб твою мать, не возьму. Да-да-да-да-да, ебал в рот. Хуй на где, блядь, чувак находится. Ладно. Покидываю эту хуйню. Тон палочка. Эдик, я бегу за тобой, но мне кажется, нас там убьют.
кого-то, скорее всего, будут еще насиловать. Так, видишь ко мне, да? Нет, подожди. Мне бронежилет, у меня игра даст? За, тут золото нас. Вот тут есть жилет. Второй, где? Это центр, я лутал. На метке, да? На синий, да. Второй вот. Жилет, первый. Я взял второй броник. Это я лутал там. Семерки прямо удар, если что. Пропустил аптеку. Мало ли. Я позаботился. Ты же будешь сейчас карлом стрелять вместо калаша, да? Да. И тогда патронов немножко сути, это хуя. Алло, принимайте. О, все, найс. Не, скинь мне еще 20. Я понял, блин, че. 20-ку? А? А, ну ты спать типа идешь? Сейчас. На, чё-то. Что-то по броне второй забрали, да? Так, чё по там на первом этаже лежит. Саша сказал, что он что-то забирал. Там два вернула. Опа-па. Не, я вообще не в доме взял, я его на арене взял. На арене, да, был. Чё, не я нашел, шагал. Серьезно? А, нашел всё вместе. Детишки. Я даже не знаю, откуда смотреть. Пошли через что ангар красный слева. Выш. Алло, алло. Вау. Алло. Пятерки подъехали, бы заебись. Орал, нахуй просил бы дать пятерок. Молчат. Какие пятерок отдал, блядь, 140. Эдик, у тебя много кому? Пятерок? Не? Я все отдал Эдику. 140. Ну ты ничего не, вот, не, дай, не отдал. Штучек. Штучек. Все 40. 50 нормально будет. Бля, шапку бы вторую, вот честно, вот, блядь. Угу, спасибо. Так, так, так. Отлично, все, две бомбы. У меня самого СКС. У меня бобесика на него. Я возьму СКС, короче. Нахер. Даже тут второй броник еще один есть, кому надо, мало ли. Вот СКС, да. Еще бинтиков возьму. Машина так, ехала, может... ехала и встала, блядь. И все. Да и так. Хуй машина встала. Может налево перебежать? Там, да, он там закрыт ангар. Пойдем попробуем. М? Пойдем, говорю, попробуем. Попробуем. О, патроны пятерочки еще, да? Ай! Нахуй взял, нахуй. Забери эти пятерки, блядь, кинул. Да, я взял пост пизданой, ладно. Опа! Еще машина. А ты второй броник уже забрал тогда? Да, да. Вот еще второй броник тут есть. Еще, тут еще, да, второй броник. Машина едет по какой дороге? Куда она едет? О, нет, блядь, она уезжает! Она через гору на 255, 240, 230, 200. Нет! Попал один раз. Попал? Блядь. О, они остановились! Один, забежал в комнату первый этаж! А, он сразу полил воду, блядь. Они? Почему вы видите? А он во множественном числе, блядь, его. Ну, блядь, они. На машине... Они. Есть такой фильм. Их... Так, гранат возьму только. А я буду... И семерок. Вторая шапка, с этим делом. Блядь, магазин, пожалуйста, дай себе. Раздербанили типа, блядь, как... Демоны, так, блядь. Что там, броник есть у него? Ебать, демоны, я хуею, блядь. Есть климата? Блядь, 7.62, у кого много? Еще вторая броника. Здесь не понял. Почему у меня... Почему я патроны... Я могу дать обойму, Саш, надо? Давай. Это надо хуя 72? На обойму. Не-не-не, вот. Я коряк возьму просто. А вот кто спиздил столько 72-то? Расскажите мне только что. Я походу, на. Ты в целом могу дать четверочку. А, я ничего на броник, сука, выкинул нормально, ёбаный урод. Прицел, ну никому не надо. Какая? Мне нужен калимат. Четверка. И патроны здесь, Саш. Хорош там все, давай иди сюда. Короче, вот прицел, вот патрон. Нахуй. О, нормальный прицел. Пятерка лежала, да? Ой, зона едет. Он на машину привез, хорош. Ну, блядь, что-то. Поехали. Камон! Так, куда мы едем? Тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири. А ты сейчас допикаешься? Или по-моему, не знаю.
Сейчас вот это залутаем здесь. Оп. Вот это вот место хорошее. Это вот эти топовые бетонки. А машина? Ребят, все с аптеками, да? Одна. Три штучки есть. Одна. Ладно. А может нахер этот коряк миник взять? Если, ну, если не надо, то тогда давай я возьму. Давай. Где там гипсон? Каска вторая, там нужно. Не-не-не, я спиздил там того. На тебя. Так, выкидываю. Блядь, да выкинься. Секундочку. Ты на мои гранаты не смотри, я этот выкидываю оружие. Его, блядь? Как так? Ого. What? What the fuck? Четвертый икс нужен кому-нибудь? Ну, повертел. Ай, блин, четвертый икс уже не в моде, блин. Каждый уже есть. Так, блин, нахуй. По дефолту уже просто каждый. Блядь, некуда ложить. Восьмерка, вот, сука. Так, че ж, сука, такой ранец без понтов? Кому нужны были семерки, вон, возьмите, 40 штучек. Не, поехали. Да я скинул понты. Уже. Все, я, в принципе, блин... Погнали, дети! Придется очереди стрелять в критичную ситуацию. Ну, у меня такая же хуйня. Залази, зона под жопой. Я подрачу немножко, куда мы едем? Зон? А сверху Сан-Мартина не хотите потусоваться вот тут? Нет. Вот? Нет? Нет. А куда ты хочешь? На нет и сюда нет. Давайте, может, просто в горах. Мне бы в небо, ребят. Нам бы в горы. Ой, во что это я воткнулся, блядь? Там что-то было сбоку, нет? Сейчас бы ребят сюда. Человека 4, чтобы по нам стреляли. Все разные вот эти. Скажите, где, до куда ехать? Не знаю, куда, это за огонь. Едет, давай, для сюда. А, все три метки раз. Давай даже, да, зеленый. О. На работу так же едет. Самолет там. Крайне слышно. Поехать и взять АВМ Эдико, тебе М24 и эту АУ, если хочешь. Ты за аэродропом хочешь? А, нет. А типа были справа, где нам показалось? Я не вижу, где аэродроп. А прямо, я справа. Прямо, правее чуть. А вон он впереди. Летим до... Едем до туда, нет? Поехали. Ох. Ну, конечно же. Охуеть, блядь, ну как эта игра, сука, блядь? Построено. Не доедем. Ты видел, что его там, блядь? Я вообще тут нихуя не вижу сзади. Ой, блядь. Может. Давайте не поедем. О, уже все высадились. Машина, смотри-ка, Эдик у тебя. Я вижу. Заебало, блядь. Подожди-ка. Ты аптеку, да, последнюю свою удаешь? Зачем аптеку, у меня менты? На тебе одну аптеку. У меня одна аптека. Я должен хранить ее, теперь две. Блин, а ты бинтов не дашь, не? Да? Но отсюда, слышь, отсюда мы доедем нормально, что, может, доедем все-таки? А если по нам будут стрелять, значит, бинтать. Это машина и живая, да. Если по нам стрелять. Ну, вообще, я имею в виду вниз спуститься хотя бы до туда, блядь, здесь поле такое, ебануться. Ухо, больше в дома. Не, я думал туда вот вперед, до завода доехать. Не, пойдем в церковь. Сюда вот. Пойдем в церковь. Там посидим. Я пешком дойду, спасибо. Дойди. Че, я буду орать, если Эдика взорвут. Или врежется, да? Да, в такую же хуйню какую-нибудь врежется и взорвется, кстати говоря. Или мотоцикл у него врежется. Да. Будет карма, и он улетит обратно в Лепозу. Слышь, ребята, тут за Лутону. Все силы за Лутону. Старались такие бегать, да? Потели такие. Утайся! Все, прекращай. Ну куда? Представил, как конь стонет. Я, да, блядь. И когда становлю, говорю, я бой. Так и
говорю. Ну и когда кончает, то ебло. Да-да-да-да-да, такой. И дрочила по булке стучит. Да-да-да, и мама на клавиатуру дрочила, да. Да-да-да-да-да. Ебать, такой. Такое же выражение лица, как у того негра. Довольно, блин. Как у негра, да, у черного коня. Так, что-то здесь нихуя, слышите? Вообще все здорово. Пошли наверх тогда, там, где этот заводики. Ебать тут первых шлемов, ебать. Склады, нахуй. Склады. Ребят, увеличенный магазин быстрого доступа. На пистолет. На пистолет, ребят. Так. А, Мансури, блядь. А вообще кто-то кладбище еще лутает? Да, лутает, видишь, оно залутано. Так, надо... А ребят, мы никого не убивали, да, я так понимаю? Паша нормальный пацан? Паша? Паша-то, блядь. Паша, да? Блядь. Похуй вообще на этот Паша, блядь, правильно? Долбоёб, Паша, блядь. Нахуй я ебал его в рот. Нахуй я ебал? Посадил нахуй, а потом еще съебал его, да? Людей, кстати, осталось уже меньше, чем тогда. Один Аривар всех убивает. Анвар, Анвар. Мамажанов, Анвар. Аривар вообще нормальный пацан? Иван... Колыван? Так, скажем. Ребят, найдете Скар или там что-нибудь еще такое интересненькое? Дайте знать, пожалуйста, я хочу стрелять из нормального оружия, не из говна. Ты мне вчера говорил, что тебе понравилась эта МК. Саша, ты тебе говорил. Блин, ну как второе. Кончена МК, она неплохо для дистанции, но это, блядь, да. Ну да, метров так, ну, 150. Да там, и в упор так, тоже она не неплохо. Нет, ну это по пульке просто в упор, да. О, слышишь, стрельба где-то на 350. Я вчера играл в соло, меня чувак просто на бегу просто бежит, стреляет с трех в голову, блядь, мне. В упор. Да. Просто на почему бегу. Так разбежались, на самом деле, вот честно? Слушай, поебать вообще. Объясни. Не, а чё, потому что реально мне похуй. Убьют, убьют, хули. Кроссбол, кроссбол никому не нужен. Кроссбол? Я не ору, я вообще молчу, мне это похуй. Ребят, кто боликом поделится одним? Не, на запас. 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 Я вот упал с машины, блядь, и сожрал для половины своих боликов. Зона попал на следующий. Нам нужно позицию занимать, чтобы встречать товарищей по оружию. У Эдика неплохая позиция. Вообще неплохая. Вообще неплохая даже. Я бы даже сказал, относительно неплохая, так скажу. А я бы вот тут бы залутал что-нибудь. Да? По-любому, тут где-то болик, я ж чую его. Ты слышишь, колесами пахнет? Угу. Блять, такая пустота, ебануться. Вы бы видели этот вид, еба. Ты видишь, я вижу. Что-то, блин, как-то, блин, не хотят болить. Как убирать тоже камеру в этой игре? Кого? Как убирать ее? Камеру. На В, на В. Нет. Ага. Я имею в виду все эти картинки. Чего? Да никак. Это, по-моему, не частая херня в игре вообще. Это видел только в танках и в Warchage, все. Нет, можно убирать интерфейс, видишь, чтобы скрины делать. А я понял, да, для скринов. Тут можно как-то это делать. Control, G. Control чё? Какого бы жёшь, что? Это уже это задротство уже. Control чего? А, Control и русская G. Машина только что перевернулась на 190. Нихуя себе, ты без жёсткий, нихуя. От Эдика младшего на километр. Хуя? На бегу увидел. А, вижу, машина едет вон на 170-90. Ебать, и хули с ней сделать? Давайте, блядь, не знаю, постреляем по ней, чтобы, блядь, не попасть ни разу, блядь. А, она к нам едет, лоб. Да? Надо все бдить, потому что. Ну-ка, давай ближе, она к нам, на да, бдишь? Еду, короче, к вам, пизду. Еду, блядь. Чё-то я хер вижу её теперь. Как? Да-да-да, где-то едет. Ком. К нам? Ну, брат, наш труд ехал, а зона у нас, значит. Да, блядь. Ну, любита. Пятый Мансур. Хуй вижу машину.
Ребят, хуй вижу. На полэкрана хуй появился. Ебать, что делать? А, да. Ушел. Все, нормально, нормально. Он ушел. Дамо льет, Джан. Я манировал, блядь. Манировал? Самолет летит на нас. Знаешь, где он скинет роб? Вот здесь. О? Да. Легко. Пульк? Ребят, если что, они на 230 стоят, я не знаю. Ну, почти. Здесь за городом. Он там стоит, херпань. Кстати, гора. Там по-любому типы сидят на этой горе. Гора 230. Я уверен, там типы сидят. Пойдем. На черной горе. Нам нужно идти туда. Больше никого нет, в пизду сидеть заебало. 20 минут, ну, блядь. Ой, 20 минут, 2 человека. 20 минут, позора. Один болик, это пиздец. Это я манал. Это я манал. Это я канал. Какой? О, бегут спереди на 190, двойными. Первый. Вдоль поля. Три типа. Поле? Вон, по полю трое бегут. Еще раз циферку, пожалуйста. 190, вон. Попал. Блядь, не попадает. По мне работает. Блин, уже ближе. Один раз попал. Нокнул. И один справа, двое слева. Один справа, вот около кактусов этих ебаных. Вот он сейчас будет подниматься, наверное. Где он, блядь? Он за камнем, может быть. Нет, это не за горой. А, здесь за горой? У меня? Да. Бля, у меня просто кат. Поднимается, слышишь? 5 хаешек. Слева поднимается. Подожди, пойду. Еще кто-то? Вон за камушком, спереди. На 175 камушек. Ой-ой. Он горячий. Там их двое. Топнул. Ребята, у нас сзади. Челики. Где сзади? Да только что на машине ехали в метр 500 от нас. Да ничего страшного. Так. Просто в нашу сторону ехали. Что у них есть хорошего? О, пламегаз есть. Еще пару гранат есть. С Эдиком пошли. Забрал гранаты? Конь, забрал гранаты все? Да, я дам. Че там по аптекам, по кустам? По кустам, может. Так. Где гранаты? А что тебе надо? На хаешки, на, 3 штуки тебе. Да, пустиков хватит. О, найс. О, блин, так, спасибо. Ой, блин, спасибо, дай энергетики. Ты там по бустикам нормально есть. Есть броник? О, сейчас. Есть второй броник. Так. Более целее. Эй, я же помигался. Аптек я взял. Да, на. У меня сейчас. На 4 штуки. Я 4 штуки скинул на землю, берите. Хорошо, давай. Сразу просто все беру, чтобы мне не ебать мозг. Блять. Ай-яй-яй-яй, что вы скинуть? Нахуй взял пятерки, я не знаю. Сань, что пойду. Мы пока еще взяли. Где-то на 20-30 там оттуда был. Так они, наверное, сейчас нас будут встречать. Есть он пенил. На завод. Типа там можно пострелять. Она там и есть, 25, машина стоит. Да ладно. Висит в воздухе. Да ну на. Болтается там. Да ну на. Иду к вам. Че по бустам у вас? Че по бустам? У меня 1-2. 4-3. 1-1. У меня. Энергетик можно хотя бы еще один? Где машина в воздухе? Висит, ты еще рофлишь, что ли, ты застрял? Да, блять, как вы выбрали? Блять, положить некуда, сейчас. Я сейчас умру, глупо. Болик заберу. Да, заберу сейчас. Пошли, можно за него забрать? Ну, нормально, пришлось их два сбросить, но это лучше, чем... Ну что, давайте засядем где-нибудь. Подрочим друг другу немножко. Я за, мне нравится стрит. Я гей. Гейлор, а типы 320. Трип на 35 очень далеко. А типы 320 за горой, вот здесь. Ребят, вот здесь типы. Пока вот. Здание занятие, я прихуярить под пацан. 325, говоришь, за горой? По-моему, мне показалось. За деревом в центре зоны, вот тут сейчас пожить. Давайте где-то здание вот тут впереди вот. На 15 займем, она в зоне, и будем там сидеть. Пожалуйста. За горой? А, вижу. Тип 300. Вижу. 340 бежит. За деревом. Дом, срочно. Один на горе. Срочно в дом.
За деревом далеко или где? В небо. Ну так, метров 100-150. Метров... О, подожди. Голова на 300 вылазит. Голова на 300 вылазит из-за бугра. Попал. Водами, водами. Хорош. Где там, чувак? А вижу ебло. Вижу ебло, 35. Раз, ебаный, сука. Мамку шлепал вчера. Да ладно. Шлепал. Ну, не трогал, шмам. Че-то. О, про одного нокнул. Василий, по-моему, еще одну. Ага, я загорой тип. Ребят, нам зону надо. Там зато. Ну так давайте, вот здесь вот зона рядом. Давайте сюда быстрее. Вот я накрою зону и как раз этих петухов поднимать. Вот я в этот дом и предлагал пойти, кстати. Загорой тип, да, смотри? Да. Я пытаюсь его вычихнуть. Вычихнуть? А ты? Ты нахуй ебишь. Ребят, ну давайте. Кто пытается по вам работать? Да это с горы, тип. Хер с горы. Ребята, это хер с горы. Yep. Блять. Попал. Может, это хер за горы. Чему хер? Вот он за бугром, за вот этим вот. Он похож. Ты стоишь в наглую, блядь, просто открыт. Нормально стоит. Да-да-да, я там сидел, мне почему-то сразу прилетело. А я попрёт. Убил. Научит так же потом. Ну-ка, интересно, я успею с него взять? Нет, ребята, не успею с него взять. Ребята, нас сзади на 80 где-то, пацаны. У него глушитель был ебаный этот. Вон, еще спереди, на 65, далеко, далеко, вон там, где дерево. Под горой он, видишь, на 65. Ой, попал в него, прикинь. Ебать, я у него спиздил два глушителя, у типа. На что, на что? На все, на все. Вот спереди, ребят, на 65, слышишь? Вон, за камнем. Я бы взял бы на R. Нет, у меня, блядь, два глушителя, в смысле, я себе взял. На R или СР? На все. Да, ему похер, он чё? Я не слышу, понял. Блядь, я фул в глушителях, все. У тебя на чё, блядь, глушители у него? Блядь, да на ты, все! Ёпты, Эдик, ты чё? Я себе да взял два глушителя, я весь в глушителях. На то и на то. Чё непонятно-то, блядь? Да, челики 70 за машину. Да-да-да, за камнем, тип. Я платя, конь. Я понимаю. А, вот. У тебя нет лишнего глушителя, да? Да нет уже, ебаный в рот, сколько можно. Попал одного там. Два типа на 65 за камнем, видел? За камнями, да. Блять, перелет. Блять, ебать, я походу чуть-чуть не чувствую дистанцию. О, попал. Так. Блять, перевес, перелет. Пойдем в зону. Пойдем в зону. Опа, поебало, по-моему, вот они не поебало. Там их двое. Ты попал в этого, да? Вот он, да, тебя. Там два. Сейчас, он что-то там мусорит. Я в зону пошел, включи. Блядь. Что-то... Он, блядь, за камнем там дрочит. Ай, попал еще. Жит, пока кореш его упадет. От него кореш, наверное. Блядь, он по мне попал, нихуя. Ребят, предлагаю на 65 подбору кто-нибудь. Я не вижу, откуда стоят там. Тут камень есть. А это за камень. Бегу. Ой-ой-ой, слева! Чё? Блядь, и справа с домов. Бля, сейчас не вижу. Дым кидай, хорош. Найти бы тебя потом. Опа, слева, тип вылезла за горы. Ответ, я из дыма вылез. Ну так давайте заходите, поднимайте меня, ебану. Быстрее, пожалуйста. Ебало, ну у него третья шапка. Ну! Ну чё ждём-то, ёпты. Спасибо. Спасибо. Морд на 50, на 50 он на горе. Я видел. Убил, всё, отвалился. Сразу? Да. Я ему ебало дал и в голову потом. Сейчас сидим, ты куда пошёл? Наверх, на камню. Или в обход. А, два типа, один тип остался, пойдём. Так, кстати. Тихо, выключи микро, выключи свой вентилятор, Эдик, подожди. Сейчас все сделаю. Давайте сковородкой убьем. Да ну нахуй ты че. Он заехуярит всех нас. Я попробую, я сзади выйду. Не убивайте. Подожди, сначала надо инфу пробить. Мне кажется, он где-то тут около камня. Да, тихо, не убивай. Не убивай. Смотри на тебя. Сковородка это не. Он спалил меня, я хотел. Сковородка. Это скар называется. Он полностью название прочел. Он был, но он убил меня. Ну, перепутал оружие. Ладно, бывает. Нет, топ-1 уже заебись. Полом, третья карта.